Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и седьмая часть видеопрохождения первого платного дополнения для игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Дополнение называется Каменные Сердца. А как вы видите, я переоделся. Значит, сет, мастерский сет Школы Кота, но исключительно для того, чтобы характеристики урона были увеличены. То есть, по большому счету, здесь нормальный дамаг идет. И, соответственно, как вы помните, я в сете кота, по-моему, и в сете грифона, в сете кота тоже играл, проходил саму игру, так что я умею им пользоваться. Итак, мы идем к Шане. Так, где вход в каморку Шани, в дом ее? Прочитать. Медицинская практика Шани, да. Там ее бабушка, по-моему, она еще с первой части такая злобная старушенция была. А для того, чтобы устроить вечеринку у Шани, надо было старушенцу обмануть. Она... Или это не бабушка? Нет, это больной. Еще Шани... Еще, в принципе-то, не надо. Давайте поглядим, может быть, что-то из книжек. О, нам ничего такого не надо. Так, кукла. О, смотрите. Забавно. Так, а что у нее внизу? А давайте посмотрим. Стоп, взять. Так, рецепт. Что за рецепт? Шаня, скорее всего, на втором этаже находится. Если у нее приемная, да. Там. Да, я еще тут камушков напродавал. У меня почти 9000. Но это для того, чтобы с заклинателем рунных слов увеличить возможности. Пациент Зиндерм Рушель. Горячий отвар из сушеной календулы пить 3 раза в день после приема пищи. Во время лечения избегайте жирной пищи, ни в коем случае не принимайте алкоголь ни в коем виде, даже пиво. Неразборчивая подпись медика. Видно имя Шани. Ну, медики, они все такие. Вот они не на латыни пишут, а на каком-то вообще непонятном языке. Что здесь? Просто небольшой подвальчик. Бутылка воды, это хорошо. В общем, мне ужасно понравилось в прошлой части драться с Ольгердом. Это там жесткий мужик. Я исследовала образцы слизи. Теперь я могу приготовить противоядие. Это хорошо. Зараза в армии может быть опаснее любого врага. Твои заслуги не будут забыты. Я получу медаль в форме жабы? У нас такой медали нет. Не понимают шуток. Геральт, ты в порядке? Что это у тебя на лице? Долгая история. Мы тут лекарства ждем. Может, потом поболтаете? Ах, да, хорошо. Я иду готовить антидот. Это недолго. Миленькая эта медичка. Не то что эти ученые. Интересно, а как же, по-твоему, эти ученые выглядят? Ну, они ведь слепнут быстро от всех этих книжек. Стало быть, все в очках. Точно. Сушеные очкарики. Да и одеваются кое-как.
А для кого им наряжаться? Для книжек. Захватывающая теория, но, надеюсь, ни одна медичка ее от вас не услышит. А? Почему? Потому что, когда вас проткнут во время боя, она не захочет вам помочь. А ты счастливчик, ведьмак. Видел я, как она на тебя смотрела. Совсем не так, как на меня. Верно говорю? Она тебе тоже нравится, да? А вам что до этого? Да ладно, тоже мне тайна. Чего стесняешься? Она не страшила, а ты, ну... Некрасивый, конечно, зато ведьмак. Девки таких любят. Ну, скажи, нравится она тебе или нет? Она бы только слепому не понравилась. Известное дело. А у ведьмачей, говорят, чувства острее наших. Вот лекарство. Это сильный концентрат, поэтому следите за дозировкой. Каждому больному принимать по 2 капли с пищей 3 раза в день. За 3-4 дня зараза должна пройти. Благодарю от имени Ридании. Так значит, ты теперь служишь риданцам? Я служу людям. Лечу их. Так сложилось, что я на риданской стороне. Но нильфгардцам я бы тоже оказала помощь. Так же, как каэдвенцам, айдирнцам, эльфам, краснолюдам или низушкам. Ты же меня знаешь. Если не считать случая в каналах, в последний раз мы виделись, кажется, в Изиме. Да. Да, как раз, когда там свирепствовала Катриона. Мне кажется, будто это было 100 лет назад. Что с тобой стало потом? Ну, я уехала из Визимы и вернулась в Эксенфорд. Закончила докторскую, открыла собственную практику. Когда началась война, меня приписали к медслужбе при штабе Риданской армии. Ну а что теперь, когда Родовит мертв? Война еще не окончилась. Всюду хаос. Я все еще нужна. Но жаловаться не приходится. Теперь хотя бы я живу у себя дома и лечу больных. Но я всегда должна быть готова, что риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным заданием. Шани, в этот раз мне нужна твоя помощь. Так и думала, что ты навестил меня не только из дружеских чувств. Что тебя привело? Это как-то связано со знаком на твоем лице? Да. И ты должен мне рассказать, что случилось в каналах. С чего начать? Оказалось, что чудовище в каналах на самом деле было жабой, а жаба на самом деле была принцем, причем из Афира. Ага. А я коверская принцесса. Это чистая правда, клянусь. Когда я убил жабу, явились афирские солдаты во главе с чародеем и схватили меня. А спас меня из передряги некий Гюнтер Одим. Это кто? Может, он чародей, а может, демон или джин. А ты не знаешь? Я знаю, что это кто-то очень могущественный. Благодарный за его помощь, я должен исполнить 3 желания одного дворянина. Сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так, чтобы он развлекся как никогда в жизни. Развлечь призрака? Как ты хочешь это устроить? Пока речь не об этом. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. Ты имеешь в виду некромантию? Слишком опасно. Тут нужна высшая магия. Один подсказал мне, как обойтись без некромантии и чародеек. Он дал мне 1 препарат, чтобы призвать духа. А еще мне нужна кадильница. Кадильницу я достану. Они есть на складе в университете. Я могу тебе ее принести. Спасибо. Не за что. Но мне это все равно не нравится. Шани, прошу тебя, не ворчи, а просто помоги мне. Я не ворчу, я беспокоюсь.
Ну ладно. Кто это? Брат Ольгерда фон Эверека. Фон Эверек? Хм. На третьем курсе нам предложили на выбор факультативы. Золотые мысли иерархов или знаменитые династии Редании. Я выбрала второе. Вот он. Фон Эбергейт, фон Эбнер, фон Эверек. Сказано, что брата Ольгерда звали Витальд. Он покоится в фамильном склепе рядом с поместьем. Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь. Я пойду. Пишут, что этот склеп – архитектурный шедевр. Хочу взглянуть на него. Кадильницу я принесу. Встретимся у входа. Кстати, вы заметили, что Шани выгодно. Вот знаменитый. Ну, по крайней мере, выгодно отличается по сравнению с той же Йеннифер или хотя бы Трис Меригольд. Такая, как сказать-то. Ну, даже не могу сказать. В общем, выгодно отличается. Баллады. Приглашение на свадьбу. О. Давайте посмотрим. В общем, развлекать призрака, видимо, мы будем на свадьбе. Так, вот это вот кровь фон Эвеликов, которую нам дал Гюнтер Адим. Династии Редания. Все. Понятно. Приглашение на свадьбу. С превеликой радостью от того, что их детей связало самое прекрасное и благородное чувство на свете, дабы закрепить онную связь с священным ритуалом и в соответствии с древней традицией, родители Алдоны Ламх и Явнуты де Богары настоящим приглашают Шани, фамилия неразборчива, с избранным спутником на брачную церемонию молодых и последующее свадебное празднество. Так, это все, конечно, хорошо, но я бы хотел еще у... как его? В банке Вивальди... Ух, хрена себе. В банке Вивальди поменять деньги на новиградские кроны. Еще здесь. О, мать моя, женщина. Какая-то кузик, коровье молоко не надо. Так, где мы находимся? Ага. Просто мне интересно, что там за так, площадь иерарха. Какие там рунные слова сможет еще нам предложить. Вот что-то интересно. Да, пришли. А нет, он там стоит. Сдавайте неправедные книги, в особенности. Хорошо. Чем спит. Могу служить?
У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Ну, 3495 нормально поменялись. То есть у нас теперь 12543 и вполне все неплохо. Так, ну кузнеца, естественно, здесь нет. Позже появится. Но по идее, он нам как бы и не слишком нужен. Ну и заварил ты кашу в этом самом Лохмуине. Да-да. Стоп, книга. Первая проповедь нерожденного, опять, неравнодушного. У меня их уже то его куча. Но это опять же глюк, потому что их здесь дофига где раскидано. Что, в кабак может зайти? Все равно работают. Мне интересно, где сейчас любимая женщина Лютика находится. Прошу! Прошу! Что? Наверное, не здесь все-таки. Но опять же, это дополнение, оно никак сюжеткой не связано. Это вот можно еще взять. Искушение Дикстера. Это пища восстанавливает здоровье. Хорошая вещь. Будь здоров. Стильный, конечно, сет доспеха кота. Рядом с сторожевым постом над Драконьей долиной, там, где мы виверн фигачили. Так, замок Зюцнар нет, там вообще фиг что происходит. Вернее, дофига что происходит. Но... Усадьба Гарин. У нас недалеко. Мини-маркин лист. Ну, давайте прям сюда прыгнем. Чувствую, сейчас будет что-то интересное. Латвин, иди сюда. Ты где там? Да пошла. Так, 6.56. Или 8.57 уже. По игровому времени. Так, здесь мы фиг пораскачем, да, плоты? А нет, вот, смотрите. Плотва не так быстро. Ну нет, там никак. Но! Прыгай уже. Что ты дуришь-то? Плотва недовольна. Не любит по горам лазить. В одиночку по горам за милую душу. Верхом, когда Геральт на ней. Не, ты чё? Как туда попасть-то? Ну? Давай, Плотва. Память такая немаленькая. Через это-то мы можем попасть? Ворот. Нет. Недовольно. Хоть с этой стороны. Тоже никак.
Вы что, издеваетесь? Старинки. Можно так говорить? Нет, говорит, здесь тоже не может, нифига. Ладно, плотва. Подожди нас здесь. Прям издевательство какое-то. Туплю просто. Гораздо легче было бы. Как-то по-другому сюда добраться, да? А вот и Шаня. Цветочки собирает. Давайте сделаем что? Раз там с призраками дело иметь будем. Я, конечно, понимаю, что мы вызываем там призраков, но на всякий пожарный смажем меч маслом от призраков. Он кажется красным. Поеду. Блин, опять все забыл. Магические твари. А, вот улучшенные. Пригодится. Жарко. Жарко он по поводу ее или по поводу погоды сказал? Он венок себе плетет. Я никогда не видел тебя такой. Какой такой? Ну, не знаю. Романтичный. Обычно я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще всю в крови. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю. А сейчас я не работаю, жду тебя и плету венок на свадьбу. У тебя ловкие руки. Так и должно быть, я же хирург. Такой ты мне больше нравишься. Меньше крови? Больше красоты. Одно не исключает другого. Это факт, но природа меня привлекает больше, чем операционный зал. Ты не забыла кадильницу? Разумеется, нет. Меня чуть не застукали, когда я ее выносила. Я не знала, как ты ее будешь использовать, так что взяла еще смесь янтаря, аниса и можжевельника. Они неплохо дымят. Спасибо. Может пригодиться. Пошли? Да нет, ну блин. Пойдем. А про свадьбу спросить сейчас, секунду. Да? А книга не врала. Ладно, про свадьбу потом, наверное, заговорим. Если что, переиграем по-любому. Кадильница надо. Где кадильница? Здесь, наверное. Кадильница. Где-то вот сюда. Это место действительно производит впечатление. Верно. Жаль только, что здесь так запущено. Рот обнищал. Видимо, не было денег на содержание. Да, усадьба такая. Внушает. Размерами, всеми делами. Чего ты хочешь, Геральт? Я бы тебе сказал, что... А, здесь видите еще вот этот как раз водопад, да? Красивый вид. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Отлично. Если что-нибудь случится, то кричи. А сейчас ты поговоришь со мной. Береги себя, пожалуйста. Хорошо. Я постараюсь. Не хочу добавлять тебе работы. Как-то здесь темновато. Это не склеп, это мавзолей какой. Посмотрим, что.
что здесь есть, чего здесь нет. Мавзолей-то мавзолей, но не значит, что здесь не водятся призраки, да? Что? Блин, прям Лара Крофт. Расхитительница всего. Афирская кривая сабля, нет, не стоит. Абсолютно. Ключ. Хорошо. Вот мы пришли вроде бы как бы. Призраки. Знал, что не обойдется. Точняк. Ну, сколько мне еще ждать? Геральт блок держит с этим самым. Это глюк, а не короче. Сквена без блока. Хреново. Все. Интересно, кончатся ли на этом сюрпризы? Надо мне здесь осмотреться. Точно. Так, кто это здесь? Рата. Жена Кейстута умерла в 1257. Ну, давайте тут то, что с призраков попадало, соберем. Надпись на плите почти совсем стерлась. Кейс тут лежит, и мне не нужен. Эвлалия фон Эверек умерла в 1250-м. Она рада, жена Кейстута. Умерла в 1250-м. Они прочитали, да? Про Нарату. Так, а здесь кто? Алексей, 19 лет, любимый сын и брат. Тоже нету. Ага. Так, похоже, проход у нас есть. Этого мне, наверное, не надо трогать. Смотрите. Витальд фон Эверек, сам Богомилова и Кристины. Нашелся. Пора начать ритуал. Нужно окурить все залы в этом склепе. Давай сначала сюда зайдем. У вас новый предмет. Подготовьте и используйте. Я понял. Жизнь и смерть. Пламя и кровь. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Так, а почему мы туда залезть не можем, Геральт? Не можешь, да? Странно. Очень хотелось бы посмотреть. Здесь еще надо. Это внизу.
Веди как друг, ибо и я тебе не враг. Золотые блюда с коммунизмом. Само по себе уже. Наши бойцы. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Не откладывается впечатление, что здесь гробницу надо. Так, сюда, да? Сейчас все призраки здесь. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Забавно, толпа призраков будет, видать. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Теперь надо зажечь лампаду. Да, это я здорово придумал. Пламя и кровь, жизнь и смерть. Приди, тот, чью кровь я приношу. Пламя и кровь. Жизнь и смерть. Ты призвал меня, кто бы ты ни был. Мое имя Геральт. Я здесь, чтобы пробудить дух Витальда фон Эверека. Твое имя и цель не имеют значения, ибо ты не покинешь это место живым. Ты дух Витальда? Кто спрашивает моего внука? Это не важно, Нарата. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков. Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерд. А значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстут? Вскоре ты встретишься с Витальдом, зато никогда уже не увидишь Ольги. Озвучку пропустили. Что это может быть? Бей его, Эверики! Закрой, Ольга! Иди сюда. Упс, куда? Призраком пофиг, наверное. Похоже, да. Расхотелось. Я из тебя всю жизнь сейчас. Так и знал. Надоедливые сукины дети, эти Эверики, а? Кто ты такой? Тот, кого ты ищешь. Витальд фон Эверик, брат Ольгерда. А, я и забыл, что не могу себе даже яйца почесать. Хотя с тех пор, как я умер, яйца у меня вообще не чешутся. Я не хотел драться с твоей семьей. Они это начали. Я мертвый, а не слепой. Я хотел посмотреть, как ты справишься с этими заносчивыми засранцами. Ну и с бабулей. Они все равно мертвые, хуже уже не сделаешь. А теперь говори мне, откуда у тебя кровь Ольгерда?
Если ты причинил ему вред, я тебя убью. Я получил ее от одного общего с Ольгердом знакомого. У меня к тебе важное дело. Я труп, так что мне плевать на твои важные дела. Единственное, чего мне не хватает после смерти, это, скажем, добрые забавы. Да что поделать? Часто у вас гости? Бывают, но не слишком часто. Потому-то, если кто пришел, то всей компании с ним поиграть охота. Веселая семейка. Правда. Мы славимся любовью к пирушкам и войнушкам. В нашем роду набеги — это традиция. С дедовских времен. А известно, что если в набег идешь, так и добыча бывает. Значит, и на веселье монет хватало. Только под конец моей жизни все пошло к чертям собачьим. Да что уж там, не будем сыпать соль на раны. За несколько дней до моей смерти брат говорил, будто нашел способ снова подняться. Меня прислал твой брат. Ну и как он? Эх, много бы я дал, чтоб с ним повидаться. Этого не будет. Но, может быть, тебе удастся испытать что-то такое, что будет интересно покойнику. Покойнику? Уже интересно. Говори, в чем дело. Не хочу показаться бестактным, но мне интересно, как ты умер. Да ну, не тушуйся. Все любят такие истории. Мне бы это понравилось, если б не меня тогда убили. Как это случилось? Во время набегов обычно занимали мы хату старосты. А местным вахлакам велели самогон приносить. Да и девок бледовитых в округе всегда хватало. Вот только в тот раз попали мы в засаду. Пятеро на одного получилось. Но меня и убили. Черепо-дубовый стол раскололи, как яичко. Откровенно говоря, я не очень хорошо знаю Ольгерда. Расскажи мне о нем. Ольгерд – замечательный человек. Настоящий вояка. Другого такого не сыщешь во всей Редании. Лучше него не найдешь ни в драке, ни на перу. Мы еще щенками были, а он уже в набеги ходил, когда война шла. Приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени — Ольгерд. Я был его правой рукой, а товарищи наши за ним в огонь и в воду были идти готовы. И чем вы отличались от обычных бандитов? Мы? Бандиты? Ты слова-то подбирай. У кого-то из наших, может, и были драки на уме, но только не у Ольгерда. Он всегда был любопытнее всех на свете. Все-то ему было интересно. Книги читал, картины любил. Но и невеста у него была прекрасная, как сон. Я выполняю для Ольгерда одно задание. Мне надо сделать так, чтобы ты повеселился, как никогда в жизни. Правда? Ну, вот что значит брат. Вот так брат, скажу тебе. Даже после смерти обо мне помнят. Так сколько у нас времени? Думаю, за ночь вернемся. Отлично. Погоди-ка, я только сабельку возьму и... Чтоб тебя черти взяли! Ты ж дух, ты не можешь ничего взять. А, все время об этом забываю. Ну и как же мне прикажешь наслаждаться? Ни кружки взять в руку, ни сабельки. Девушки как следует в танцы не прижать. Уж придется как-нибудь обойтись. Пошли. Никуда я не пойду. Ты должен сделать так, чтоб я развлекался? Так придумай, как мне это устроить. Как? Оживи мое тело. Я не сумею. К тому же, оно ведь разлагается.
Ну тогда придумай что-нибудь еще, а в таком виде я никуда не пойду. Хватит, мы теряем время. Теряем время? Мужик, время это все, что у меня осталось. Черт побери, ты при жизни тоже был такой занудный? Не доводи меня. Если уж у меня есть одна ночь, я хочу насладиться ею сам, а не смотреть, как веселятся другие. Так что ты предлагаешь? Есть одна задумка. Ну нет, и речи быть не может. Да, вот именно, что да. Осилился. Надо было сказать, что приведу кого-то другого. Охренеть. Геральт, очнись! Открой глаза! Где же нюхательная соль? Переигрывать, что ли, придется? Стоило умереть, чтобы полежать на таких чудных коленках. Интересно, что же там скрывается повыше? Ты с ума сошел? Да, как только тебя увидел. Погладишь меня по роже еще минутку, и я буду готов провести вечность в теле пса, чтобы виться у твоих очаровательных ножек. Геральт, да что с тобой происходит? Геральт? Я Витальд. Что? А, ну ладно, погоди минутку. Нет, я определенно не люблю, когда в меня вселяются. Если бы ты так не сопротивлялся, не потерял бы сознание. Геральт, ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Прости, Шани, это был не я. А кто же? Я. Заткнись. Я молчала. Прости, это я не тебе. А кому же? Ну, ему, Витальду. Геральт, здесь никого нет. Похоже, твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит. Может, это даже к лучшему. Оставь Шани в покое. О, так вот, значит, как ее зовут. Имя в самый раз для такой красавицы. Я теряю терпение. Я тоже. Ты можешь мне объяснить, наконец, что здесь происходит? Оу, как я люблю нетерпеливых! Я должен сделать так, чтобы Витальд фон Эверик развлекся как никогда в жизни. Но так уж вышло, что он дух. Так что мне придется одолжить ему свое тело. Погоди, то есть сейчас он в тебя вселился? Нет, сейчас нет. Сейчас стоит рядом и пялится на тебя. Но когда я буду одержим, все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему. А что, если я захочу поговорить с тобой? Ну тогда пусть подойдет и попросит, чтобы я на минутку вышел. Тогда ты должна его попросить, чтобы он на минутку вышел. Понимаю. Замечательно. Ну так как, моя сладкая? Может, выйдем из этого мрачного склепа? Тут недалеко такая роща, где поцелуй на вкус слаще всего на свете. Я так понимаю, что сейчас ты уже Витальд. Похоже, мне не составит труда отличить тебя от Геральта. Я тоже так думаю. А между нами этот твой ведьмак страшный зануда. Разве что иногда. Ну, я вижу, мы поладим. Но так как насчет рощи? Боюсь, я не хочу в этом участвовать, дух. Что поделать? В таком случае пойду в ближайший бордель. У меня есть идея получше. У моей подруги свадьба. Она пригласила меня, но у меня нет спутника. Я надеялась, что когда Геральт увидит, как я плету венок на свадьбу, он сам меня пригласит. Но я просчиталась. Так позволь, моя милая, я тебя туда отведу. Нет вреда ни лучше танцора, чем Витальд фон Эверек.
Хорошо. Мне еще надо переодеться. Так что можем встретиться у святилища. Это мне не по душе. Почему? Не люблю святилища. Я и при жизни посещал их только чтобы ограбить, а после смерти они мне стали нравиться еще меньше. А может, мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся? Ну, кажется, у нас нет выхода. Великолепно. Тогда увидимся на месте торжества. Вот эта девка. От такой запросто можно голову потерять. А это говорю тебе я, Витальд фон Эверик, которому чем попало, не угодишь. Ну-ка, честно мне скажи, как на духу, есть между вами что-нибудь? Потому как, если что, я буду держаться подальше. А если нет, то... Ух, навестить бы с ней пару сеновалов. Скажем, когда-то мы были друг для друга больше, чем знакомыми. Ха! Видишь, я сразу так и понял. Я такие вещи не ухом чую. Разбираюсь я в людях. Жаль, конечно. Я бы сам ею с удовольствием занялся. Но другу я свинью подкладывать не стану. Ну так что, идем на эту свадьбу? Идем. Тогда веди, а я буду сразу за тобой. В общем, это по хардкору, но, по-моему, правильный выбор сделали. Ну или нас просто заставили его сделать. Держи от нее лапы подальше. Давайте помедитируем. Да что ж ты будешь делать? Лучше тебе не знать. Тебе бы не понравилось. Что-то дух там ему говорит, а Гелит ему отвечает. Я хочу попробовать один из этих знаков. Каких еще знаков? Ведьмачьих, каких же еще? Я этого никогда не делал, а вдруг это интересно? Я бы не хотел тратить время зря. До полуночи самое важное, чего бы хотел я. Так, нам далеко ехать-то? Так, на секундочку. Тигеля. Идея не так, чтобы очень, да? Поехали. Ладная у тебя кобылка. Хорошие промеры, крепкий зад, развитая холка. Ну-ну. Я вижу, ты в этом разбираешься. Еще бы! При жизни кони и женщины — это были две мои величайшие страсти. Ты коня моего пугаешь. Плотва не любит духов. Вот почему я говорю, что вроде правильный выбор сделали. Дело в том, что Геральт наверняка танцевать не умеет, а Витальд, скорее всего, да. Так что... Это было как-то неожиданно, и... Игра заиграла еще новыми красками для меня и, надеюсь, для вас. Это что-то с чем-то. Просто чудо. Ну, ребята постарались, разработчики, конечно. Эту мельницу.
Мы с Ольгердом всегда как что учудим, так здесь и прячемся. Один раз старый Яромир застукал нас тут за самогоном. А, вот были времена. Скорее всего, вот, окрестные деревушки, если вот к ним подъезжать, может быть, он что-то и расскажет, да? Почти доехали. Идите своей дорогой. С молокурен, что ли? Да. А может, просто кабак какой-то. О! Так, ну свадьба, наверное, будет в следующей части. А это была, дай бог памяти, 7-я часть видеопрохождения игры. Дополнение для игры Ведьмак 3 «Дикая охота». Дополнение называется «Каменные сердца». С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.